вот там на Петрова, на улице Петрова в городе Ишкарова, вот там был двор. Это я вам скажу. Вообще скажу, что у меня детство полностью идеальное, да, абсолютно. Абсолютно. Оно на 100% счастливое, я считаю, что это просто эталон детства. И, в общем-то, не на что жаловаться после такого детства. Что, как говорится, много чего, уйма хорошего уже в жизни было. Вот, так скажем. Ну и этот двор, ну да, красивый, кстати, мне вот этот нравится. Такой вот. Опять же, исламская. Это казахстанский этот павильончик. Что туда, может, туда можно и зайти? Давай зайдем. Ну и, короче, этот идеальное детство, оно составлялось из всего идеального. И вот двор был идеальный. Это школьные спортивные площадки, совмещенные, прилегающие, собственно, к двору дома. Я думаю, что это сам Бог идет снимать. Вот, это Казахстан. Нравится? Всегда одежда, ну ничего интересного. А, вот эта юрта, это интересно. Вот я бы в нее внутрь бы зашел. Юрта, это интересно. Ну тут шапочки. Они в Татарстане такие же. У меня папа такой дом носит. Жирафчики. Все по баснословным ценам. Выходим, короче.